Сегодня глава республики встретился с ректором Московского политехнического университета. Экс-губернатор Приморского края возглавил вуз в конце прошлого года и сейчас объезжает региональные филиалы. Экономике страны необходимы квалифицированные специалисты. Образовательный процесс должен отвечать запросам. Безусловно, чрезвычайно важна поддержка власти. Республиканская, это точно не понаслышке знаю, потому что сам, вы знаете, возглавлял Федеральный университет в Владивостоке до работы губернатором. Поэтому, но отзывы все самые хорошие, то, что я сегодня услышал относительно взаимодействия. Михаил Игнатьев отметил, что выпускники вуза на рынке труда пользуются спросом. В приоритете практика, ориентированный подход. Студенты там обучаются по разным специальностям, востребованным в реальном секторе экономики. Это как раз специалисты инженерно-технических направлений. Готовить кадры необходимо и с прицелом на годы вперед. Это профессии будущего, так называемые. То есть те профессии, которые возникнут через 5, 6, может быть, 10 лет, готовить людей нужно уже сейчас. Потому что в противном случае этот бизнес, о котором я сейчас сказал, он просто не разовьется. Потому что не будет кадров, не будет соответствующих инвестиционных проектов. Еще одна задача – переподготовка людей предпенсионных лет. Люди, которые, так сказать, достигли вот 5 лет до выхода на пенсию, они должны быть не просто их, так сказать, обязать трудоустроить, они должны быть востребованы экономикой. На базе Чебоксарского филиала запустят специальные программы переподготовки. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.